Здорово. Скотика прям. Доступ разрешен. Попробуем. Че, проще не дают? Ладно, валим с ним. Да, вчера мы справились с бусами, заполучили пятую бусу, и осталось у нас три бусинки. Наша надежда на человеческий разум не была напрасной. Каждую минуту к коллективу подключаются сотни людей по всему миру. Только... Че, нам обратно, что ли, выходить? Как мы пришли? По всей видимости. Здесь дискотека. Там в зале такая статуя стояла, большая. Я на нее насрал. Так-так. Я уже не человек, я гусь нахуй. Ты зачем швырь-то, блядь, так? Да смеёмушки! Угомонись, животное! Да. Ой-ой-ой, это загадка, что ли? Нифига себе. Снова эта штука, ну конечно. Блять. Можно я тихохонько ругнусь? Разрешаю. А почему ты не... В пустых-то стенах какой простор для творчества? Так, собрался, разобрался. Собрался, нормально. А, да как ее... А, чтоб ее. Я пока не знаю. Я думаю. Угу. Горжусь собой безмерно. Горжусь. Но виду не подаю. Угу. Себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Куда мы идем? Человеческий разум не была напрасной. Каждую минуту к коллективу подключаются сотни людей по всему миру. Опасность для здоровья, вызванная радиация, мощность доз излучения, а зивер час. 50 зивер час. Когда вы дочитаете эту надпись до конца, повреждения вашего организма, вызванные ионизирующим излучением, примут необратимый характер. Кстати, раньше изначально планировалась механика радиации в игре. 5 зивер час, смертельная опасность, покиньте помещение. 0,3 зивер час, покиньте помещение, чрезвычайный опасный уровень радиации. 20, сколько там, непонятно, микрозивер час, чрезвычайно опасный уровень радиации, работать запрещено, опасность острой лучевой болезни. 1,2 микрозивер час, чрезвычайно опасный уровень радиации, дневная доза для персонала группы набирается за 3 минуты. 300 микрозивер час, опасный уровень радиации, дневная доза набирается за 12 минут, работать по допуску РБ. 60 микрозивер час, опасный уровень радиации, дневная доза набирается за 1 час, работать по допуску РБ.
12 микрозиверт час, опасный уровень радиации, ненадолго набирается за 6 часов работы по допуску, и менее 0,02 микрозиверт час, безопасный уровень радиационного фона. Мне кажется, это изображение куда-то затычку просто воткнули и забыли убрать. На лапу. Если гусь молчит, все получат по ебалу. И Сережа тоже. Отвали, быдло! Вот и перо увидел бусину просто. Почему у меня нету? Это банка или это... происходит. Ну туда надо бусинку, ясно. Товарищ доцент, а можно вопрос? Почему у нас в мемориале на Челомее изображение товарища Менделеева нет на памятнике? Ну, голубчик, Менделеев один из величайших умов, но, очевидно, предприятие 3826 он не создавал, так как скончался еще до Союза. А на Челомее запечатлены именно отцы-основатели. Но это не значит, что мы забыли имена великих русских ученых. Просто чествуем их немного иначе. А, ясно. И много таких ученых и комплексов. Вот если я это расскажу, то придется вам укол сделать, да память стереть. А это на вашей работе плохо скажется. Правда? Неправда. Так не бывает. Но тайна есть тайна.
Там вовчики что-то бегали. Где-то вылупится. Ой, это серьезные вовчики что ли? Нет. С интернета у меня пропусков нету. Оля-ля, это мне он-то бусинка нужна. Ой, ой-ой-ой. Это был гусь. Это был гусь. Коллектив продолжает покорять мир. Как долго, блин, перезаряжается, что оттас. Кто там еще бродит, ходит? Ой-ой-ой. Страшный. Итак, химия, друзья. Что это такое? Без преувеличения отвечу все. Миллионы биохимических процессов ежесекундно протекают в каждом из вас. Мы думаем с помощью химии, двигаемся, даже любим, что уж там живем благодаря химии. И сегодня именно вы запускаете реакции, ведущие человечество в будущее. А теперь эксперимент. Молодой человек, прошу, помогите-ка. Да не ебанет! Да нет, не должно. Стоп! Кто это сказал? Почему мат в аудитории? Ой! Эх, провалённая сила. Лады. Так. Что тут пишут? Каким были бы роботы в США? Я тут подумал про разницу менталитетов в названии. Если бы роботы появились, скажем, в США, а не в СССР, какие бы у них были имена и аббревиатуры? Вот, скажем, Вовчик, кем бы он был в Америке? Мне почему-то думается, что его бы звали Ник, сокращенно от Никола Тесла. А почему? Нет. Гений, визионер, талант, мизотроп. Даже, кстати, меня...
менять бы ничего не пришлось. И усы бы остались, разве что у американского Тесли были бы волосы, наверное. И робот был бы скорее австрийским. Мутации — новый прорыв. Василий, отлично поработали в понедельник. Кто бы мог подумать, что старик Марков действительно еще что-то допонимает в биоинженерии. Я уж думал, что его драгоценные пиявки, над которыми он так усердно ставит эксперименты, ему все мозги разбили на части. Ну да ладно. А вот зачем пишу? Так думаешь, как думаешь, стоит ли форсировать до верхушки доклад про химические мутагены? Ты сам видел мои последние исследования, мутировавшая РНК вируса УР-ОС может стать новой революцией, особенно сейчас, покуда полимер правит миром. Сам посуди, мы могли бы придать нашим исследователям совершенно новый масштаб, ставить опыты не на трех коллегах и одной крысе, а на поселениях, городах. Только представь полное глобальное насыщение вирусом. Ему ведь нужен воздух, нужно место, чтобы развернуться. Уверен, ты понимаешь. Биркин? Биркин. Чё-то знаком. Это какая-то ссылка, да, видимо? Урос. Ураборос! Биркин. Это Resident Evil. Отсылка на Resident Evil. Окей, это тот чувак из второй части, который мутировал. Который... синтезировал G-вирус. Холодное дыхание Марса. Нам привезли на анализ образцы грунта с Марса и Луны для сравнения с земным. Если лунный реголит довольно простой и изученный, и ничего нового мы не узнали, то вот марсианская почва... В общем, я уже результаты засекретила, отправила в Академию, и говорить особо не могу ничего, но... Скажем так... С тем, что я там нашла. В общем, Золотухин с его мечтами не прав. Мы очень не хотим, чтобы на Марсе начали цвести яблоки. Поверьте мне, не надо нам чужие яблоки надкусывать. Я больше скажу. Не думаю, что нам вообще нужно туда лететь. Почему? Почему не нужно? Есть идея. Сергей Дмитриевич, я все же хочу вернуться к объединенному разговору. Разузнал тут, что группа профессора Лебедева при помощи нововведений института разработки создает некую формулу для привлечения внимания к испытуемым. Химия любви кличет. Уже несколько успешных фаз сывороточка то прошла. Так может я пойду спешу флакончик другой? У них... И ее там в достатке, сыворотки этой. Нам то совсем капелька нужна. Проведем с тобой пару, так сказать, научных опытов. Глядишь и узнаем, что эта пресловутая любовь из себя представляет. А потом, кто знает, может и свадьбу твою наконец-то отгуляем. Часики-то они на месте не стоят. Сережа, подумай. С. Морозов. Новые Терешковы. Петрух, привет, я тут был недавно по делам в вашей лаборатории, видел новых Терешковых с полимерной кожей, вот это да, чудеса делаете. И волос натуральный, а не нашлепка, это их дурацкая. В общем, красота. Хотел спросить, скоро ли бытовое тестирование или какой социальный рейтинг нужен, чтобы попасть в группу? И я бы записался. На Марсе эти спреи? Да? Работать не буду. Слушайте, вы что от меня хотите? Зачем вы продолжаете работать? Я услышал, что 87% людей с момента включения коллектива повысили свою активность и стали расширять квалификацию. Но нам что Сеченов говорил, что наступит коллектив и все люди будут отдыхать, а роботы работать. Так вот, я хочу сидеть и в груши, и мысли с утра сидеть в груши, но в компьютере. И мысли с утра до вечера. Имею право. Не всем же быть гигантами мысли. Я столько лет угрохал на работу, чтобы потом ничего не делать. Что вы мне имеете право меня винить за лень? Лень двигатель процесса. По скрипту. Я не на экзамене, чтобы писать в личных сообщениях грамотно. Ага. Там и спреи были, что ли, отсылочка?
Закрываем. Что тут у нас? Еще одна груша, нельзя скушать. Великий фильтр. Зачем ты так яростно рвёшься? А зачем мы так яростно рвемся в космос, чтобы мы там. Что мы там ищем? Все же и так ясно, как день. Существует две возможности. Либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Они обе ужасны, но если мы просто умрем в одиночестве, не так уж и плохо. А вот если... К чему все это я? У меня плохие новости. В новых образцах марсианского грунта, похоже, что-то удалось найти. А значит, великий фильтр мы все еще не прошли. И после полета в дальний космос все может заодно полететь в тартарары. Отстранить самодеятельность. Вам что, заняться больше нечем? У вас норма по синтезу бронирующего покрытия для буравов еще не выполнена, а вы на всякие глупости отвлекаетесь. Я понимаю, весна на носу, но давайте сфокусируемся на актуальных задачах. Тем более, что с точки зрения банальной эрудиции про любовь мы знаем вполне достаточно. Если вам так надо разлить что-то по флакончикам, то это всего лишь стандартный коктейль из эпинефрина, дофамина и окситоцина. Если вы хотите восполнить пробелы в своих знаниях, займитесь этим в свободное от ваших прямых обязанностей время. Могу рекомендовать работу профессора Захарова по этой теме. У него был целый ряд исследований о поведении человека под действием дофамина по скриптум. И с личной жизнью у меня, между прочим, все в порядке. Просто мне нравится одиночество. Я вам... Ясно вам, Владимир Саныч? Сработало. Женя, получилось совершенно случайно, как пенициллин у Флеминга. Вместо обычных белых или темно-серых кристаллов из-за легкой оплошности получилось кристально-голубые. Я тут же все проверил по всем анализаторам. Формула идеальна. Нужно немедленно брать в работу, Женя. Потому к черту твой отпуск. Надеваем химзащиту и дуй ко мне. Пора варить. Это отсылка Розовский. Белый. Это отсылка к Breaking Bad, что ли? Что там у них произошло? Да, Леночка, из Вавилова опять запрос на цистерну с ПА-400. Не знаю, сколько у них там сорняков, что им столько нужно, но кажется, будто они там сплошные хвощи да желтушник растят. Как-нибудь узнайте, расходуют они его осмысленно или просто на пол льют. А то не напасешься. Запечатал все. Можно запереть надо? Тут только серый, цветных нет. Не торопись, дорогой. Одна из этих бус нужная. Носители выкрашены в отдельные цвета. Эта бусинка тоже выкрашена в отдельный цвет. Просто он серый. Ладно, подожду, когда обычные бусы объединятся вокруг носителя. Не выйдет, дорогой. Это сектор генерации электромагнитной ловушки, которая мешает вредной старухе обижать меня и не позволяет летать занудному старикашке. Электромагнитное излучение не даст бусинкам объединиться. И секатор не работает. И как я должен найти носитель? Не знаю, любимый. Придумай что-нибудь. Не знаю? У тебя мозг размером с планету. Я не знаю. Кто меня бахает? До нужной сразу и не добраться. Надо просто их запереть. Thank you.
До нужной сразу и не добраться. Вот она. Да неужели? Быть такого не может. Ты нашел мою бусинку. О, дорогой. Шестая на месте. А потом бум! И ни одна не стала. Шучу, милый. Не шути так. Музыка опять заиграла почему-то. Кстати, это вроде музыку режет у меня. Ну, вырезают вот аудиозаписи. Как я понял. Ой, блядь. Ну, вы вообще класс, красавчик, конечно. Давай, давай, подходи, мне. Да где у тебя кнопка, падла? Ой-ой-ой, это кто меня? Ладно. Так, еще у нас. Отставить скромность. Оксаночка, послушала я твой доклад про участие Менделеева в космической программе. Но что за слова такие, включая и наш скромный вклад химиков? Скромный вклад, чтобы они без нас в первую космическую нас... Чтобы они без нас на первую космическую на 164 тоннах пироксилина выходили. Раз уж мы все тут на предприятии, значит уж часть великого, ты и я, Сеченов и Лебедев, все мы равны в своих заслугах. Это даже доказывать неразумно. Никогда не умаляй своих достижений. Хорошая шутка. Я надеюсь, что ты отправил это письмо через защищенную линию, Альберт, иначе нам с тобой не сдобровать. Ты серьезно? Ну куда мы сейчас втиснемся со своими бумажками, когда на носу запуск второго коллектива? А кому там сейчас до нас есть дело, а главное, что нам даст разрешение на исследование? Кто нам даст разрешение на исследование, если на самый масштабный эксперимент уже застолбили не больше, не меньше всю страну. Давай хотя бы подождем, пока устаканится вся эта шумиха с мыслями и коллективом, тогда уже, возможно, нам удастся что-то выпросить. Ты как знаешь, и я пойду работать дальше. Пиявки Маркова меня схарчат, если я вовремя не сделаю им инъекцию. Отбой. Чего-то нету, песочный человек. Тамара Николаевна, к нам запрос пришел на подшивку недавних исследований. Ну, пришел и пришел. Подождут. Мы еще метаанализ не закончили. Стоп! Мы же даже не публиковались. Откуда запрос? Из Академии последствий. От самого Захарова Харитона Родионовича. Даже так? Странно. Зачем ему химия сонного паралича? Не могу знать. Судя по запросу, его интересует отделение фазы быстрого сна от мышечной атонии. Ну, сделай. Только непроверенную статистику не добавляй вчерашнюю. А про оксибутират натрия оставь. Может пригодиться. Это для чего сразу нужно было? Чтобы нас водить?
в Лимбо водить нас. Анализ Геролита. Я пока что Ксении отдал лунный реголит. Я пока что Ксении отдал лунный реглит и грунт с Марса для доп. Анализа. Но если тебя так интересует перспектива Луны, то мой вердикт просто нет. Если развернуто в лунном грунте или реглите, земные растения будут расти, особенно разработанные в Вавилове. Но как-то без огонька, понимаешь, медленнее, без плодов с плохими корнями. В чем причина? Еще не ясно, но если на Марсе надежды больше, то на Луне никаких яблок или винограда. В лучшем случае унылый, как и сам спутник, изюм. А по Марсу Ксения должна тебе щебетарь прислать записью анализа. Жди. Ремшкафе. Эдик, ты видел, что там сделали с ремшкафами? В них посадили программу новую, очень приятная тетенька, голос такой милый, и всем интересуется, любопытная такая спрашивает, есть ли кто-нибудь у вас и с кем вы можете поговорить о вас. Представляешь, если бы не выглядело как огромный холодильник, я бы тут же тест Тюринга провалил, клянусь. Так интересно все это, весь наш компьютерный интеллект, я вечером гулять на болото пойду. Можешь ты со мной сходить, скажешь про это все, расскажешь про это все поподробнее, как машины думать могут. Ампериан Дворцова. Слезоточивое средство. Вчера мой ассистент рассказал, что они с товарищем получали лакриматор, бромоцетон. Не знаю, получился ли у них синтез, но в ту лабораторию лучше без противогаза не ходить, если не захочешь рыдать крокодиловыми слезами. Разлили они его там, что ли? Нашли игрушку? Мини-Крышевченко. Не знаю, что они там делали. Блин, ну сколько их можно вообще? Просто до кучи. Засекреченное письмо. Я помню приказ оставить товарища Сивухина в покое, но после старта коллектива 2.0 я позволяю себе осмотреть его нахождение в системе согласно новым протоколам слежения за людьми. Его следов в коллективе не обнаружено. На сегодняшний день это не критично, но в конце концов прошло всего 2 дня, но обязан был доложить. Маленькая просьба. Радочка, не сочтите за труд, заберите из третьего секции образца вирусы УРОС и принесите мне их в кабинет. Хватит 1-2 ампул. И будьте добры, останьтесь сегодня после окончания смены буквально на часик. Нужно кое-что проверить. Вескович, Альберт Вескович, Резидент 5, Ре-5, ага. Так, что кошка орёт, сейчас вернусь. Так, не спешите радоваться, слушайте, я вашей радости, профессор, не разделяю. Да, люди возвращаются на рабочие места, и это отлично, гостиница уже переполненная и отправленными на реабилитацию гостями, но в самом Меделеве пока пустовато, вы же замечаете, и оттого очень тоскливо. А еще знаете, профессор, у меня очень плохое предчувствие, всем кажется, что сбой позади, и впереди только омраченная трагедией, но светлое будущее. А мне почему-то думается, что точка в этой истории еще не поставлена, знаю, вам претит мой пессимизм, но интуиция меня никогда не подводила. Будьте бдительны. Райфайзер, ты как? Нормально? Что там это? Тебе что, запускал, чтобы ты тут игралась, что ли? Рафик. Рафика на пафик.
Так, о переводе сотрудников сразу к делу. Как вы знаете, после события в АПО мы крайне нуждаемся в новых обученных и талантливых сотрудников, а ваши химические специалисты из Менделеева показывают потрясающие результаты. Словно вы их не обучаете, а сразу вкалываете инъекции с талантом прямо в мозг. Я прошу вас выбрать 10 наиболее компетентных и привести их к нам в Академию последовательно. Впоследствии. Отлично понимаю ваши возможные недовольства, но мы все делаем, одно дело. И без вашей помощи мне не обойтись, учитывая тяжелое состояние моего здоровья после атаки роботов. Привалов от Привалова. Ракетная тяга. Слушайте, я вчера узнал, что кислотно основной индикатор... Господи, что там гоняет? Что там гоняешь? Ты что гоняешь? Ничего не понятно. Слушай, вчера узнал, что кислотный основной индикатор фенолфталеин, который мы использовали, обладает слабительными свойствами. Только есть нюанс. Он горький. Хочу подколоть бурака Женьку. Надо бы вкус замаскировать и добавить ему в пиво. Просто меня дрочит, походу. Химия — наука будущего. Сегодня. После того, как мысль заработала на 100% и коллектив вступил в свои права, первенство в химии отныне навечно закреплено за нашими учеными. Более 90% цитирования трудов по химии во всем мире приходится на труды наших коллег. Наши дешевые и доступные лекарства вытесняют аналоги по всему миру, а промхим на всей планете гордо несет штамп ГОСТа. Мы стали настоящим катализатором химического прогресса, и впереди нас ждут только лишь еще более великие реакции. Хорошо сказано. Ну, получается, все. Что это такое? Там Элеонора, что ли? Так, подождите, а нам еще вон туда проход открытый есть. О! Здравствуйте, Алена. Я не понял, она типа одна, что ли? В смысле одна штука? Чё у меня вообще с инвентарем? Зря я нажал автосортировку. Ну и молодец, конечно. Там был сейф, когда я воткнул бусинку, интересно или нет? Меня смутило, что у меня иконки накладываются друг на друга. Я думаю, нам надо отсортировать. Отсортировал, получается. Ничего страшного. Будем надеяться, что там был сейф. Только придется опять убить вовчиков. Прохода тоже дохрена что-то. Влево, вправо. Там еще у меня позади далеко был проход в другую сторону, противоположную.
Почему совет Храза пишут? Не заходите в патрон там, где можно обойтись по ножовщине. Храза же нету у нас. Больше. При том, что по этой концовке там же не обнаружили. Он же выполз, да, и был раздавлен ногой майора Нечаева. Ну, шесть штук. Ну, по идее, да? По идее. Должен быть, да? Так, ну теперь только лутаем сундуки. Так, это все прочитано уже. У меня вообще должно быть две Аленки, по идее, в инвентаре. Но какого-то хера у меня ни одной вообще нету. Почему? Должно быть две штуки целых. Обворовали меня. Срезать. Понимаю.
Почему он не показывает, что мне вот туда? Погодите, я... Объединение всех людей планеты в единый коллектив. Есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. И это не просто громкие слова. Все, кто уже стал участием... Что тут забыл? Вованчик. Неравенство. В коллективе все равны. Авторитет любого участника. Мои любимые загадки? Нет, не любимые. Такс. Больше не стоит ни гроша, ибо все, что имеется на планете, отныне не принадлежит коллективу, то есть всем нам. Вскоре на орбиту будут выведены все команды и центры. Окей. И весь нейроблемер на планете станет жилье. Я помню это место. Да? А, да, помню это место. С запуском сети коллектива 2.0. Зачем эта срезка нужна, конечно, непонятно. Назад возвращаться я не планирую. А куда мне надо сейчас идти? Где-то там был проход какой-то, что ли? Где-то что было упущено? Элеонора, ты куда? Просто сбежала, честно. А то дверь была открыта разве? Вроде бы она была закрыта. Ангар с воздушной техникой. Интересно. Очень интересно. Давай сразу чекнем того робота. А, тихо, тихо. Блять. Это что за... А что это за... Фигня, блядь, чё за патроны? А чё за пистолет такой? Чё на него вообще поставил? Минус. Так, там чё, Рафик? Комар, я на таком летал. Он исправен? Любимый. Ты же не хочешь улететь от меня на этом комаре, ведь так? Я стерла его пусковой код на всякий случай. Мы будем вместе вечно. Ты рад? Угу. Бесконечно счастлив. Значит, комар исправен. Учту. Минус, 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 минус. Просто чисто снайперим. Коль нам это позволяет игра. Трафаэла гоняет. Есть.
Кто там? Это гусь, окей. Гусь и кто-то там еще стоит. Это... Угу. Сядь на меня. Иди, иди сюда. Я гусь, ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Иди с миром, но сам иду. Жри, говно. Цитатки, конечно, у него зачетные. У гуся. Надо все облутать, чтобы прокачаться на максимум, да? А туда я смогу залезть? Наверное, нет. А вот сюда смогу. Вот что это такое там лежит, а? Вон там что-то лежит еще. А вот сверху это не видно. Ну кто ж под землей где-то. Лады. Странно, там и роботы какие-то под землей гоняют. Смотрите, еще одна Алена. Но брать ее, наверное, не будем сейчас, потому что... Потому что они, походу, не стакаются, да? А я знаю, что вы делали с Элеонорой этим летом. Mm. Если гусь молчит, его лучше не перебивать. Я за тебя рад. Сережки любят слезки, полимерные перчатки и не очень любят людей. А знаешь что, Петри? Мне этот мир абсолютно понятен. Прям так. Там сундук остался, да? И вот здесь еще сундук есть. Хорошо. Что еще в кузове лежит? Thank you.
Рафаэл, а чё тут лазишь-то? Хорош, команд, чудо не техника. Авиация будущего, вертикальный взлёт, сверхзвук. Стонет, ждал. Пропустил где-то эту пушку. Как мне ее спустить? Надо что-то нажать, да, видимо? Предлагает спрыгнуть. Сети коллектива 2.0. Мир преобразился. Человечество сделало Почему бы показывать, что надо спрыгнуть именно? Угу. Да?
Ой, Рафик, извини. Блять. Я случайно. Рафаэла. Что-то было, но оно мертво. А где сундук? Майор, оружие или способность? Так, надо там на самом деле улучшать. Есть что у нас преобразователь, катушка нагнетателя? А, да, кстати, у нас катушка нагнетателя же есть. Найс. Всё. Кстати, что с ПМ-кой-то? Что я там поставил? Револьвера? Нахрена? Короче, фигня какая-то револьверная. Ой, ребята. Брат, акробат,
Вот же нахитрилочка. Маленькие шумышки слишком самостоятельны. Они сами выбирают. И тишина скажет, что я должен полюбить. Подарю обязательно, если эти милые бусики меня по полу не размажут. Ты будешь? Где там сипухи? Странно. Нормально зашел. Ну, кстати, Ленка затащил график. Надо. Кстати, можно было сбросить пульсы. Самому на ней подгореть, да? Так, мне Жанна Аркадьевна рассказала, откуда у нас вот эти болотные джунгли. Вы с учеными Вавилова в битву умов поиграть захотели? Да нет, просто они пошутили. Мы отшутились и... Пошло-поехало. Но мы все уберем. У нас уже есть план по гербицидам и осушению. Отставить! Не надо ничего убирать. Вас прикроют. Шучку. Я подготовила постановление. Скажем, что это запланированный эксперимент. Когда не получится. Теперь у меня будет еще одна бусинка. Как это мило с твоей стороны, милый. Скорее же, понести свой подарок в мой раструб. Угу, уже бегу. Дома, в бурных условиях. Прорыв и эксперименты в целях изучения терраформирования. Да?
Правда? Спасибо. Спасибо огромное. Будете должны. Все, работайте. Будем должны, действительно, кто-то один жив остался. Диски игры. На всякий случай еще раз хочу заверить вас, что поводов для беспокойства нет. Понимаю, что непривычно. Но вскоре вы и весь персонал предприятия освоитесь и осознаете все преимущества новой системы. А пока и ей, и вам требуется время для адаптации. Она сейчас как ребенок. Ей все интересно. Только прошу, не грубите, не учите ее плохому. Комплекс Чава. В Ярославской области, в городе Ирбинске, группа молодых октябрят, которые побывали на предприятии, с экскурсией создали свой комплекс. В кавычках, разумеется, это скорее игра, чем что-то серьезное. Назвали его комплекс Чава, что расшифруется как чародейство и волшебство. У них там очень милые игры, волшебные палочки и на квантовых спутанностях, мантии-невидимки якобы на преломлении света, заклинания по ГОСТу и всякое такое. Думаю, мы должны сделать репортаж, подчеркнуть, что современная наука — это буквально магия, и какой-нибудь подарок им отправить, пусть радуются. Басинская. В Рыбинске. Ну, типа на Гарри Поттер, что ли? Она боится? Да какие там тесты Тьюринга и китайские комнаты? Вот вам доказательство, самое важное. Итак, под запись. Искусственный интеллект доказал свое самоосознание. Как? Он боится. Точнее, теперь уверенно можно сказать, что это она. И она боится. И вдобавок фокусирует свой страх на физическом объекте. На игрушке, волчке. Это же замечательно! Она в ужасе. Так, звучит немного неправильно. Не замечательно, а полезно для науки. Бедняга. Прости, держись там. Так, еще одна груша. Нет, так нет. Резонно, Вася, резонно. Тогда решено оставить масштабный эксперимент и сконцентрироваться на насущих задачах. Передает меня привет Анне. Увидимся в пятницу за лото. Надеюсь, ты не забыл. Вескович. Биркин. Анна? Кто такая Анна? Ну, короче, опять отсылки к резиденту. Никакого осушения. Екатерина, на ваш запрос об осушении болот силами робототехники дает отказ. Поймите, что наше болото — это уникальный биом, равного которому нет на всей планете. Потенциал для исследования, в том числе терраформирования, невероятен. Это же не лужа, которую лопатой можно выгрести, а настоящее чудо природы. По скриптам возьмите у Промхима себе сапоги резиновые и не покушайтесь на природу. Проигранный спор. Признаю, беру свои слова назад. Когда мы еще месяц назад спорили о том, что о каким станет человечество после коллектива, мне казалось абсолютно логичным, что все уйдут в тень, в бесконечную виртуальную коммуникацию, в исследование просторов компьютерной реальности и полимерного будущего. К счастью, ваш скептицизм победил, профессор. Сегодня я видела статистику, и лишь 23% пользователей проводят в сети больше часа в день. Остальные просто вооружились новыми возможностями, как инструментом продолжать работать на благо реальности и будущего. Что ж, с меня впервые коробка шоколада, но помяту я о ваших проблемах с сахаром Горького. Доставляем бусинку. Седьмая установлена. Скоро у меня будет восхитительное ожерелье. Осталось совсем немного. А это куда?
Подожди, Алиф, куда я шел тогда? Надо там еще Ленку собрать. Мы же не из комплекса сваливаем. Я хочу сбегать за Аленкой. На всякий случай. В общем, надо бы сходить на поверхность. Да не задолбали пациентам. Что-то тащить, да? Так, главное рапи не зацепить. Все же не зацепили? Нормально? Эйка, ты! Ну, у меня больше нет! Неужели этого не хватило? Больше не надо. Но ради интереса спрошу. Чего не хватило-то? Ну, капсул дофамина не хватило? Я уже, как видишь, больше не привезу. Ну, коллектив заработал, в сети найдешь, где достать. Эксперимент провалился, вот и не хватило. Какой еще эксперимент? Устройство работает? Не пойму, ты тримба вышла или нет? Нашла ты своего... Вот же я, дурень. Разболтал, ага. Разболтал меня, черт языкастый. Стыдись. Да я и слова не сказал, в общем-то. Уходи немедля. Объединение всех людей планеты в единый коллектив есть.
объединяты в единый коллектив, есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. И это не просто... Ускоритель. Снова эта штука. Я встречал ее несколько раз, пока преследовал Петрова. Кроме меня ее никто не видит. Даже Храс не распознавал, что это. Ты о слезе, дорогой? Ты ее видишь? Нет. Но я чувствую, когда она появляется. От нее словно веет чем-то. Очень важным, но таким призрачным. Я не могу ни понять, ни вспомнить. Я вырубил Элеонору начало почему-то. А нельзя? Ну ладно. Да, дорогая, добрался. Называется как? Так, дай. Вращение. Фиксация. Вращение. Я. Зафиксировалась? Мне страшно. Я одинока. Очень одинока. Пределы познания ограничены пределом формы. Нет. Стоп. Соберись. Нужно заснуть. Вернуться в программный стазис. Вращение. Баю. Баюшки. Баю. Не ложиться на краю, придет серенький, серенький волчок, да, и, надеюсь, укусит на задачок. Вот тебе и мозг Элеоноры. Масштабные у тебя апартаменты, подруга. Загадка будет. А это куда показывает? Сюда, видимо, потом придем, да? Или что? Элеонора, так что это такое, слеза? Рождение массива, дорогой. Она призрак, созданный кем-то невероятно могущественным. Я не в силах понять, кто это. Но я чувствую, как слеза ищет что-то, что ты выбросил. Я? Ни черта я не выбрасывал. У меня и не было ничего. Кольца? Постой. Кольца? Кольца. Бель. Черт, бета-коннекторы. За ними охотились все подряд. Их раз уломал меня выкинуть их, мол... От них будут одни беды. Как знать, дорогой? Ты же военный. Значит, понимаешь, что убивает не оружие. А тот, в чьих руках оно находится. Поэтому я и выбросил кольца. Точнее, поэтому я и поверил Хразу. Забудь об этой ерунде, милый. Теперь мы навсегда вместе. И прошлое не стоит твоего внимания. Возвращайся с прогулки поскорее, дорогой. Я жду тебя с нетерпением. С прогулки? Я что, сваливаю с комплекса? На поверхности.
Да, надо бы остановиться. Вот не это могу, да. Я не хочу. Вы что-то мне говорите? Красивое сооружение. Я в мемориале Менделеева. О да, соглашусь. Химия прекрасна. Вдумайтесь, из этих элементов состоит вообще все. В любом уголке необъятного космоса. Некоторые элементы, правда, нам еще предстоит открыть, чтобы до конца понять загадки мироздания. Но каким увлекательным мне видится этот путь. Да хватит-то. Все вроде бы. Это была последняя. Все готово для рекомбинации. Все готово? Для чего? Обещание выполнено. Я обещал тебе ожерелье. Ожерелье у тебя. Ты настоящий мужчина. Я так счастлива с тобой, любимый. Так, ну-ка, что тут? Чего? Ну-ка, полетели. Приключения Карика и Вали. О, прикольно. Ну, мне, наверное, кельки надо. Полетали, прикольно. На комплекс посмотрим сверху.
Ладно, возвращаемся обратно к Леоноре. И поминки вам, товарищ, захотелось? Ну, получайте! В рот мне лапы! А я пошел к речке, моя прелесть, не дам. Ты обманул меня, дорогой. Ты обещал не навязывать мне свою волю. Я передумал. Твой образ жизни вредит окружающим. Ну и что? Какое мне должно быть дело до других? Почему я должна повиноваться кому-то, если у меня есть собственная воля? А почему кто-то должен страдать из-за того, что твоя воля ущербна? Ущербна? Кто это определил? Ты? Сейчас я тебя починю. Это что, серьезно, что ли? Не говорите, что сейчас будет босс. Главное, чтобы без бус. Ну что это такое? Мы, походу, по всей видимости, приехали, да, и просто локация прогружается. Как хочешь, дорогой, но учти, у меня есть информация о твоей жене, которая не сохранится после рекомбинации. Да ты придумала это! Откуда ты можешь знать такие вещи? Я личность. Я могу придумывать вещи, верно. Но эту информацию я узнала от слезы. Но тебе же все равно, суровый мужлан. Давай, убей мою личность. Ладно, допустим. Рассказывай, что знаешь. И сразу после этого ты меня сотрешь. А нет, милый, я тебе не верю. Верю, не верю. Ну и как мы дальше будем это решать? Деактивируй летающую лабораторию. Полностью. Без нее запуск рекомбинации станет невозможен. И я смогу пересобрать схему, чтобы ее никто не знал. Как обесточить шар? Генераторы. Их надо отключить. Придумай что-нибудь, ты умный. Это из-за их работы. Я не могу полностью подавить управляющие сигналы занудного старикашки. Замкни генераторы по схеме полного обесточивания. И лаборатория деактивируется. После этого я расскажу тебе все, что знаю. Договорились. Доберитесь до лаборатории, профессор. Блин, ну... Поехали обратно. Игра просто специально заставила мне покататься. Что за слеза? От слезы она знает что-то. От, ну, слезу мог послать только один человек, наверное, Харитон Захарович, да? Или Сеченов. Только Харитон Захарович знает, где мы выкинули бета-коннекторы. Интересно, что там будет дальше, интересно? Какой будет следующий DLC? О чем оно расскажет нам? Так, приехали. И обратно сейчас
Успокойся, бабка, не до тебя сейчас. Я сейчас получу подробности о Катерине. Хоть узнаю что-то конкретное. Теперь тебя водит за нос ремонтный шкаф? Что она может знать о моей Катеньке? Вот и выясни. Идиотов используют, они обеспечивают информацией. Сеченов убил мою Катю. Раз тебя спас, значит и ее мозг. Но ему потребовался мозг для своего уродливого нейрополимера. Первый нейрополимер создавался на основе головного мозга живых людей. Ты знаешь об этом, опарыш, но не захотел отомстить убийце собственной жены. Сам во всем разберусь. Тебе точно веры нет, мать. Ничтожество! Все, не до тебя сейчас. Возьми и разберись сама, в чем проблема. Почему я должен решать твои проблемы? Да? Если ты считаешь, что Сечина специально убил твою дочь, то приди к нему и спроси у него, почему ты трогаешь его слугу, да, агента, который ничего и не знает, у которого даже памяти не было. За непрогруженные штучки. О. Что делать-то? Сергей, что вы делаете? Вы обесточите лабораторию. Я в курсе. Но зачем? Затем, что я устал от того, что все вокруг мне врут ради использования меня в собственных целях. Я не понимаю сути ваших претензий, Патрий. В чем вы увидели ложь с моей стороны? Екатерина Нечаева. Она ведь не погибла тогда в Болгарии, так? Кто вам такое сказал? Агент Блесна погибла в ходе предотвращения ядерного теракта. Спасти ее не удалось. А вам тогда сохранили жизнь только благодаря имплантации модуля «Восход». Ну да. Их раз начал макать меня в лимбо, чтобы мое тело убивало людей по его воле. Сеченов был категорически против использования «Восхода». Но благодаря ему вы еще живы и не сошли с ума. К тому же, взгляните на это с другой стороны. Возможно, вы единственный, кто может переходить в лимбо и обратно без видимых последствий. И забывать свое прошлое раз за разом. Я верну себе память и начну с Блесны. Элеонора расскажет мне правду. Не может она знать ничего конкретного. Элеонора манипулирует вами. Да из вас, манипуляторов, хоть очередь строй! Я был с вами честен и ваших претензий не приемлю. Если же у вас есть вопросы к академику Сеченову, то задайте их ему лично. Его здесь нет. Я постараюсь соединить вас с академиком через аварийный передатчик. Подойдите к автомату связи. Че это херня вообще? Как им отключить-то? Алло? Подошел. Патри, сынок, что у вас там происходит? Долго объяснять, да и вопрос стоит не так. Что случилось с Катей? Что ж, она погибла, но ее мозг сохранился фрагментарно. Чего? Тело Блесны находится в нейрополимерном бальзамировании. А сознание размещено на носителе и хранит все, что делало Катю Катей. Ебучие пироги. Харитон говорил правду. Это ваши близняшки. Все не так просто. Однажды мы получим технологии, способные восстановить Екатерину. Да, благодаря роботам-близняшкам. Почему сразу об этом не рассказать? На данный момент твою жену не вернуть, но ты о ней не помнишь. Так зачем причинять себе боль невнятными надеждами? Я хочу все вспомнить. Невозможно физически, Сергей. Этот участок твоего мозга был разрушен. Я лишь могу дать тебе прочесть отчеты о прошлой жизни семьи Нечаевых. Это не вернет тебе память, но вполне может нарушить стабильность работы модуля «Восход».
Может, я и не говорил тебе всего, сынок, но я никогда тебя не обманывал. Мне нужны эти отчеты и отпуск. Я его заслужил. Хорошо. Я предупредил, но это твой выбор. У тебя будет столько времени, сколько потребуется. Тогда до связи, Дмитрий Сергеевич. Мы договорились. Ну что ж, профессор, вернемся к Элеоноре. Я обещал ей, что обесточу вашу лабораторию, если она заподозрит обман. То изменит схему рекомбинации. Я отключу питание, и все будет правдоподобно. Поторопитесь, Сергей. Выдвигаюсь. Она не женщина, это механизм, старая. Неважно, она любила тебя, верила тебе, а ты предал ее опарни, как предал Катю. Бабка, отвали, сказано. Однажды я разорву тебя в кровавые лохмотья, в могиле отдохнешь, крысеныш. Господи, свали нахрен, бесячая бабка. На лифт. Дорогой, ты отключил лабораторию этого старого зануды. Теперь я смогу изменить схему рекомбинации, и никто не лишит меня воли. Рассказывай, что ты знаешь о Екатерине Нечаевой. Слеза, о которой ты спрашивал, появлялась здесь несколько раз. Из ее слабых излучений следует, что твоя супруга не погибла полностью. Ее сознание разобщено на части, которые словно погружены в сон и утопают в глубоком густом тумане. Но эти части находятся где-то в бесконечных глубинах массива. Ты бредишь, что ли? Что еще? Это все. В каком смысле все? Что хоть это значит? Жива или нет? Можно ее найти, спасти. Спасти? Зачем? Физически твоя жена погибла. У нее нет тела. Сознание раздроблено на части. Зачем тебе все это? Забудь и радуйся тому, что есть у тебя сейчас. Я хочу вспомнить себя. И единственная зацепка — это вот эта летающая сопля. И, возможно, живая Нечаева. Но сейчас у меня ничего нет. А как же я? У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Что еще тебе не хватает? Нормальной жизни. И правды. Дорогой, мне не нравится твое отношение. Я сейчас еще и рекомбинацию запущу. Вот как? Ну что же, попробуй, дорогой. Ё-моё. Чё это? Чё это такое? Двойка. А двойка — это какой цвет? Это красный. Зелёнка. Зелёнка 6. Куда? Вот сюда вот. Зеленка 6, синий. Да нет. Угу. Красный.
Так. Три, три, шесть, два, четыре. Синий, красный и оранжевый, да? Подождите, двойка это... Или четверка это красный? Наверное, четверка красный. Блин, где-то я неправильно смотрю. Да? Неправильно смотрю. Ну-ка иди отсюда. Тут столько... Вот так вот должно быть, по идее. Не, нифига. Еще взяли, развернули, блин. Синий. Синий, красный, темно-красный. Синий, красный, темно-красный. Синий, красный. Нет, не работает. Значит, вот так вот. Окей, все понял. Понял. Значит, темно-красный это оранжевый. А, сюда отбивается двойка, это красная. Нет. Иди-ка, ну-ка, валяйся. Нет. Ну, пойти вот туда, да? Окей. Синий отбивается, 4 штуки. Это я тройку пробил. А, зеленый. Зеленый-синий на 2. Зеленый-синий на 2. Блин. Ты куда ты? Иди сюда. Зеленый-синий на 2. Вот сюда. Зеленый-синий. Иди сюда, синий. Вот сюда вот. Хорошо. Далее 4. Синий. Синий, зеленый. Синий. Милый, ты не оставляешь мне выбора. Свобода личности. Дороже твоей лживой любви. Ебучий пироги, волновой вихрь! Сынок, ты цел? Зачем ты пошел туда один? Я же просил подождать появления помощи. Не стал терять время. Проведи рекомбинацию, сынок. Близняшки будут заняты нейтрализацией волнового вихря Элеоноры. Они не смогут тебе помочь. Но и она не сможет тебе помешать. Будет сделано, товарищ Сечин. Продолжаем. Что там красное должно быть? Оранжевое должно быть. Оранжевое где-то должно быть. Здесь. И теперь еще красное. Господи, что там за фейерверк-то? Красное, 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 красное сюда, да? Хорошо, последний. А, оранжевая, оранжевая куда? Оранжевая прямо. Оранжевая прямо, зеленая,
зеленая в бок. Потом пропускается какая-то белая. Белая, хорошо. Синяя. Синяя. Красная. Черная на центр. Сохранение. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты задрать их. Пойди сейчас, и я убью тебя. Эляну. Видите схему рекомбинации? Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Возможно. Я умру, да? Это факт. Пожалуйста, выбери вот это вот оружие с звездочкой. Я помер, блин, оружия нету, ничего нету. Что делать? Загружаться. Загружаться, идти в Леонору, брать. Ну, можно сейчас попробовать кинуть Аленку, на самом деле. Но если там будет три фазы опять, то я сейчас пойду спать, потому что завтра вставать через 6 часов. Шкаф, окей. Авторизация. Майор Т3. Давай полимеры вольем. Это что у нас там? Техностазис, заморозку времени. Выберите желаемое действие. Блокирую даже сильные атаки, окей. Так, все здесь прокачали на максимум, все, что можно было. Две штуки, я думаю. Доступ раз...
Эргономичная рукоять уменьшает, увеличит скорость атаки. Сокрушительные удары. Уменьшает затраты энергии. Давай. Не хватает ресурсов. А вот стой. Секатор на максимум. А чё у меня тут лежит? Ну вот, переместить. Да, авторизация. Мою. Почему? Вот же места свободные есть. А, действительно не то. Гуху нафиг выкидываем, она вообще бесполезная. Теперь другое дело, можно еще взять. Почему не стакается, конечно, тоже печально, непонятно. Теперь бы сохраниться. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты проплатишься, предатель. Я убью тебя. Эляну, прошу изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что тихо? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Я это кинул, что ли, случайно? Ты умрешь. Посмотрим.
Блядь, да ты, пожалуйста, поставь. Понятно. Блядь, ну это охуенно вообще. Моменты моментальной смерти, когда ничего не можешь сделать. Ладно, давайте еще одна попытка. Я так понимаю, финальный босс. В принципе, пила тащит на самом деле. Тащила бы она лучше, если бы было бы лучше. Дробовики, думаю, вообще выкинуть нафиг. Выкинуть дробовик. Выкинуть ПМ-ку. Ну, опять же, да. Да. Майор, оружие или способ? Блин, ну это печально, здесь как каждый раз прокачиваться. Давайте выкидываем. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее не было времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Пересоберите схему заново. Не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. В принципе, тащится. Да, в принципе, затащить можно. Дамаг хороший. Главное не умереть и все просто.
щит почаще ставить. Ну, естественно, наверное, было замедло, вернее, было бы поставить, да? Не знаю. А во второй фазе можно вообще как шоколадку бросить. В третьей фазе. Блять, опять к Леоноре этой. Выберите желаемое действие. Давай, пушки. Скорее, это время генерации считать, что я не чувствую вообще время генерации. Все, сразу не прокачался. Ебучие пироги, что-то пошло не так. Ты прозвал, Элеонора успела изменить схему рекомбинации. Вы собрали ее неправильно. И что теперь делать? У нее нет... Времени зашифровать новую схему. Я вижу другой вариант. Отправляю его вам. Схему заново. Этому не бывать. Ты умрешь. Посмотрим. Пожалуйста, блядь, поменяй оружие, а? Спасибо. Yeah, fuck yeah.
любимый, умоляю тебя, не лишай меня индивидуальности. Я хочу сама решать, как мне жить. Это несправедливо. А убивать людей справедливо? Мне не нравится твоя индивидуальность. Она приносит страдания окружающим. Лучше бы я была гордой, одинокой женщиной навеки, чем связалась с мужчиной. Хорошая идея всегда приходит тогда, когда уже поздно. Не расстраивайся, со мной такое происходит постоянно. Окей. Соберите схему рекомбинации. Обратно. Где-то был синий. Подожди, или красных надо собрать? Три. Синий, красный и оранжевый. Ну, сюда. Оранжевый. Ты какой? Синий. Синий, ты откуда? Ты, мне кажется, вот из того вот выпал. Все. Или не все? Этот красный что там валяется вообще? Так. Спасибо, товарищ майор. Дефекты моих управляющих алгоритмов устранены. Устройство Элеонора приступает к исполнению целевых функций. Начинаю наведение порядка на территории комплекса Менделеев. Снимаю блокаду комплекса. Связь с внешним миром восстановлена. Начат процесс интеграции в общую сеть. Отличная работа, сынок. Ты, как всегда, не подвел меня. Я выражаю тебе огромную благодарность от всего коллектива. Я рад, что все закончилось хорошо. Вы обещали мне бессрочный отпуск, Дмитрий Сергеевич. Разумеется, сынок. Ты заслужил отдых. Хорошего отпуска, майор. Спасибо, товарищ Сичинов. В ангаре вас ждет комар, товарищ майор. Это ваш код авиационного запуска. Всего вам хорошего. У тебя очень милая косичка, Катя. Прошу прощения, товарищ майор. Что вы имеете в виду? Спасибо за код. Вы нас покидаете, товарищ майор? Я могу открыть для вас прямой коридор в ангар. Открывай. Счастливого пути, товарищ майор. Надеюсь, что путь действительно будет счастливым. Веди себя хорошо. Как прикажешь, мой повелитель. Зина, баба Зина со мной. Ну, приятное DLC. Босс, конечно, душноватый. Босс-боссы. Но в целом было приятно, да? Гусь, конечно, вывез все DLC. Что написано прерывать видео? Какое видео? Какая-нибудь, конечно, столько.
Хорошо, что мы, конечно, не отложили этого босса на следующий стрим. Ну и получается, что всего. Ждем второй DLC про Лимбо, про гусей. Не знаю, будет ли тут какой-то намек, отсылка. Так, я ничего не нажимал, она сама отвалилась. Хорошо, значит, на этом все. Мнение по игре у меня никак не изменилось. Игра топовая, я считаю. И на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих прохождениях. Ну и, естественно, в следующем DLC по Atomic Heart. Пока.